боли. Отличие, кто пришел? Пацан, пацан, он тяжел. Перехвати внутри. Скажи быстро. Давайте, идите. Бейте его! Жай его, жай! Сядьте же, товарищ полковник! Сядьте же, говорю! Товарищ полковник! Руки отдерите от лица! Кретинов, парень! Командование! Нам в больницу! Ты понимаешь, парень, в больницу! Направляется большая партия груза 200! Да как будто нам своих не хватает! Блядь, все раздолбано! Все горит кругом! Они нам груз 200! Что с автобусом? Горел. А люди? Человек 6 спаслось было. Снайперы перещелкали. Что с глазом? Нет глаза. Вытек. Никакого. Я же водила простой. Приказ у меня груз 200 в больницу доставить. В какой больнице? В какой больнице, бля, сейчас меня выстрелили, бля. Я же водила простой. Я же ни при чем. Я же водила простой. Товарищ там добивает. Нет же ничего. Ни оружия, ничего нет. Я тут ни при чем. Давай, Аслан, проверь, Кунг. Я пока этого щелкну. Нет ничего, Запнись. Оружия нет. О, блядь. Нет, приказ.
Бросай, больница. Кто ты, ГРЭС 200? Водила сапогула. Да это я, Полина. Давай его пока. Да я же водила просто. Ну, вроде живой. Нормально, закидай мне, Костя, прими бойца. Это ж наш водила. Давай, Костя. Добрый его звали, Драгалич. Стась, дурака, богу молиться. Мужики, вы кто? Члены полигона. Лезь туда же сам. Стена, больница снята. Поехали, Сарик. Тут у меня такие. Родина! Вот она рядышком! Ты чё банки-то крышишь на? Чтоб солдаты не пили, а то перетрещутся! Воевать ни черта не умеешь, ещё и перетрещутся на халяву! В этом долбанном грозном кувыркаться на. Глупо, блядь. Каскадёра нашли на. Твою мать, японский. Помогите нам раненым разгрузить. Табаки, бля. Табасы. Это кто? Не с кем дома оставить. Да грузи, да грузи, грузи. Вот там раненый, куда вы тащите? Это ты усотый. Нахера нам трупы понацепляли? Да нахера нам раненый? У нас своих сейчас полный автобус, все вы валили. Тащи лучше. Ой, Гарри-то наели. Тащи под руки. С рукава прихватывай. Аккуратненько вымай. О, блин, сейчас пацана кишка выжжет. Перехерачили. Подмога-то нам будет. Бля, как ноги в обе. Спецнакульком продал. Ну что ты, а ноги все воняют. Куда тащить-то? Где сонрота? Давай, 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 давай. Где начальник?
Начальник где? Бегите в дом! Беги быстрее! Так сам над 200-м станешь, на. Попутка, блядь. Ну, пойдем. Процедуры начинаются. Грязь вечерная. Уваливаем! Мины, мать твою! Херача справа! Куда? Куда полезли? Коляска! Коляска шел! Достану! Ну, приятно разбили. Мина! Еще одна попытка. Командование-то на. Не знаю где. Знаю, что 10 минут назад ему глаз вышибло. Сам рота куда-то утащил. Ты, блядь, дуб даю наши. Чинчи, Герача. Наши, блядь. А может и наши. Да наши, с ними, блядь, связи нету, танков тоже нету, вообще ничего не поймешь. Кто командир Секушкина? Полковник какой-то, позывные сугроб. Thank you.
сколько на танков осталось, на? Один мой только. А Чичи где? Вот там вроде наши. А рядом уже вроде Чичи. Хотя я не знаю точно. Здорово херачит хирургического бывшего. Там сейчас просто передовая. Давай, пошел к идем. Сейчас, Алик, кормишь. Ты что встал? Кто такой? Давай. Сергеичи. Сергеичи. Я пикорня, дальше. Давай, сели. Куда ты целая, хантек, хача? Куда было хоть завтра, ваха? Куда было хоть завтра, хоталый на ум наш там? Ну да. Китай себе хатар вор. Хакал до там. Раша, вот река, келета спинцо, да харцов, келета! Говорит по-афгански. Пожалуйста, надо было говорить своей маме, сукин сын. Я сейчас сделаю из твоей головы арбуз. Да, симра, тарака, че зарыты, это сарна, вот, шампанский бутыль, джуркома. Да, шампанский бутыль, ты лидали, да? Смотрите, лидали. Тихо, сын Аслан. Как мы их в Афганистане трахали, так и здесь, в Чечне их трахать буду. Тихо, сын свиньи, внук Ленина. Слышны все разговоры русских. Сканер. Ну что там? Хочу услышать соседей. Тихо, тихо. Сейчас расхреначат друг друга из минометов. Потом будут спрашивать, кто стрелял. Тихо, я сказал. Понимаешь, скоро твою голову отправлю, как арбуз и как дыню. К маме отправлю. Клянусь Богом. Клянусь Аллахом. Я вас всех убью. Возьми веревку, завязывай этого красножопого, чтобы отрезать его голову. Завязывай, завязывай, мать его. Давай, 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 режь. Держи, режь. Уважаемые братья чеченцы, как мы их выгнали с нашей родины, так и вы их гоните с вашей земли. В Афганистане обосрались. Ушли с мокрыми штанами. В Чечне тоже хотите? Сваливайте, сыны свиней. Сваливайте, сыны Ленина. Царши самагдах, арсеш на кордыш. Говорит по-чеченски. Если им запретить резать бошки, они уйдут. Им станет скучно воевать. Понимаешь, Ширвани? Нам не нужна эта мерзость. Они уйдут, Ширвани. Заскучают и уйдут. Спокойно.
out pants, man! Come on! Big babies! Would you like to get on the stairs and pitch? Man, give it to her, man! Wait, what this bull has? Hey, babe, look at that! Wow, man! Our body flies! Good. Никогда не видели, что ли? Не поняла я. Ну, блядь, ну ты чё? С пальмы-то слез уже? Пошёл отсюда, не лапай, халявщик. Блядь, помог бы застегнуть. Видишь, стараюсь как. А ну-ка дай-ка сюда. Ладно, ищите полковника. Спросите в санчасти, может, они знают, где он. Ну все, удачи. Если это ему глаз вышибло, то его рано или поздно в подвал притащат. Под главным корпусом. Там раненых кучкой. Или ищите, где автобус спалили. Все, побежали, побежали, отдохнули, черт. Там, давай. Ты живой, черт? Живой, вроде бы. Я бы за спиной. Давай, не подтягивайся. Ну, долбежка, черт. Ну, кто тут главный, на? Кто такие? Прибыли, на. Вот, на и прибыли. Почему я вас не знаю? Мне тут какой-то же поголовый штабист объяснил, что должен прийти груз 200. Кто такие? А мы есть тот самый груз 200, на. Самая подвижная его часть, на. А? Специальное подразделение главного разведуправления генерального штаба радиопозывной «Кобра», на. Тут где-то наши воюют, на. Радиопозывной «Гюрза». А, на. Ясно. Свяжитесь, на. Доверите личности, на. Скажите, со мной Костя Питерский и Холостяк, на. Свяжитесь с хирургическим корпусом. С Гюрзой, если еще жив. Откуда принесло? До ЖД вокзала. Как там? Жопа. Товарищ полковник, есть связь. Гюрза, я сугроб 2. Тут вроде какие-то твои коллеги объявились. Говорят, Костя Питерский, Холостяк и... И еще какая-то гадюка. Назвались спецназ ГРУ. Говорят, ЖД вокзала. Гюрза, я сугроб 2. Да слышу тебя. Попроси его улыбнуться. Чего? Попроси его улыбнуться. Если пять передних зубов на месте, смело расстреливай как шпиона. Если нет, посылай их ко мне. Всех. Ну, кто из вас самый пухленький? Ну-ка, скалься. Все в порядке. 3 этажа, подвал, здесь русский. Да. Вот здесь вот хирургический отсек. Mm-hmm. Да. Здесь тоже русский, yes. 2 этажа. I understand. Вот здесь мы, но позиция здесь слабая. Можно укрыться только за бидонами. Там бидоны навалены. Можно было бы отдать русским. Но так, держим на всякий случай. Приемное отделение, травматология, ортопедия. We know. Вот здесь вот прачечная. All right. И морг. Вот это наше. We understand. Понятно, да? This is first floor and second floor. Здесь снова русский. А здесь опять мы. Ты откуда так хорошо больницу знаешь? Он 8 лет проработал главным врачом. А докус хирургом. Oh, here you are, baby. So nice to see you. We're gonna kill these motherfuckers right now. Let's go for them.
Вовки Ковчина. Вовцы, Люстры и Психина. Чего козел сидит? Чего залез-то? У детишек крыша поехала от промедола. Перебрали. Тут кучкуют, чтоб не ползали под огнем. Вот и товарищ Гюза Копалсина. Нашли на. Живой, Гюрзович. Где твой горшок? На горшок стырили. А ты при горшке? Нефиг, чё стыришь? Приветик. Мы за тобой. На глазы бы всех. Вас к стенке. Хорошо, зубы не вставил. Ну чё, как там наш? Сапца и Кирюху. Чичин уже до вокзале. Завалили на. Где остальные, не знаю. А у вас тут, я смотрю, жарко. Как пробрались, да? На попутке. У нас тут совсем херово. Мочат нас. Мочат и мочат. Солдатики обдолбаны. Танков почти нет. Пошли, повоюем. Пошли, на повоюем, если больше некому. Больше некому. Пошли. Ай, блин, поставили. Ты чё, на, куда вы? Пошли, пошлите, пошлите. Бля, что с больных-то захерачил? Так и я не его знаю, на. Больница 5 раз из рук в руки переходила, на. Живому режут. На. Они живым режут. Кто не вижу, но на. Там маджахет. Кажись, сбрегали, парень. Они живым режут. Хлеб попали. И яйца. Там врачу с пулеметчиком тоже прилетело. Так у той еще член изо рта торчал. Говорят по-литовски. По яйцам? А как же? Парень очень удобно. Раненый был. Сука! Висит. Они все там раненые.
Переключи меня на север. Прием, север! 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 Говорит Сугроб 2, прием! Прием, север! 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 Говорит Сугроб 2, прием! Прием, север! Север! Да что же они молчат, а суки не отвечают? Да поищи там! Вокзал. Останавливаю. Как это? Прием. Чеченцы. Здоровые такие, вот. Прием, север! Прием! Нет. Я Сугроб 2. Если кто-нибудь слышит, запросите север. Я Сугроб 2. Скажите, дохнем! Один за другим дохнем здесь. В больничном комплексе. Чечены завершают окружение. Вся техника сожжена. У меня сотни мальчишек, из которых половину трехсотые, тяжелые трехсотые. Остальные молокососы, за редким исключением. Если кто-нибудь слышит, передайте север. Я Сугроб 2. Срочно нужна помощь. Я Сугроб 2. Гвардии полковник Суворов Виталий Николаевич. Начштаба 101-й. Мотострелковой сводной бригады. Если кто-нибудь слышит, передайте северу. Противник трижды предлагал сдаться. Предложение мною не было принято и не будет. Я здесь уже положил более 300 ребят. И деваться мне от них некуда. И еще. Не считаю возможным сдаваться или отступать по следующим соображениям. Повторный штурм больничного комплекса обойдется еще в 500 трупов. Я не могу бросить дела, ребят. Здесь на поругании. Я Сугроб 2. Говорю из окруженного больничного комплекса. Если кто-нибудь слышит, прием, север! Север! Говорит Сугроб 2, прием, север! Хинца. Говорит по-чеченски. Сейчас всех замочим. Я послушал хвалу. Ширвани. Ширвани, поднимай всех. Всех. Шабеш, поднимай снайперов, наемников, негров. Сейчас всех замучим. Надо быстрее, чтобы какой-нибудь черт не дал им подмоги. Понятно, да? Давайте, давайте. Thank you.
Я сугроб 2. Я сугроб 2. Говорю из окруженной. Слушай, ты, полковник. Сугроб. Чему только вас свиней учат? Что ты сопли распустил в радиоэфире, офицер? Это говорю с тобой я, командир подразделения вооруженных сил Республики Ичкерия, Тукус Исрапилов. Который будет сейчас убивать вас всех по много-много раз. Ты где, Тукус Исрапилов? Я прямо перед тобой, полковник. И сейчас буду еще ближе. Это я тебе головы твоих пацанов посылаю. Ты доволен? Сугроб. А почему тебя так хорошо слышно, Тукус Исрапилов? Потому что я уже совсем рядом, полковник. У тебя рация говно, а у меня японский радиосканер. Понял? Через 20 минут, свинья, ты умрешь. Да. Ты с волны не уходи. Мы с тобой поговорим, когда ты умирать будешь. Единственное место, где они могут пройти, это вестибюль. Потому что привыкли с комфортом. А у нас там единственная очень жиденькая пулеметная точка. Пацаны-желторотики, призывники. Хороший, блядь, подарок. От российских военкоматов Джохару Дудаеву. И лично от Паши Грачева. Где-то зажигалок надыбали, сволочь. Так вот.
Через этот вестибюль они спокойно могут хапнуть весь корпус. Ты, Вань, сейчас идешь туда, берешь вестибюль и эти пулеметные точки под свой контроль и держишься. Пальца подставь. Куда мы нахер денемся? Поехали, поехали! Гад сраный! Аккуратней! Дукус, мы двоих сняли во дворе с БМП. Двоих здесь сняли в здании. Кто-нибудь ведет учет? Что ведет? Учет ведет кто-нибудь? Учет ведет кто-нибудь. Учет ведет... Вон, главврач. Говорит по-чеченски. Мертвецы, грязище, что они сделали с моей больницей? Хаш сам миска. Хаш у миска. Уберите здесь. Хайца харахага. Кюкеш пьера. Кюкеш хайца дика дат. Услад халатца пахи. Лай хаками дал. Элла худеш. Массаж для тебя отвечает. Жимш хаки корми. Чек хитана. Тем тёха. Эй, полковник. Сугроб чёртов. Чё ты молчишь? Чё ты ничего доброго в радиоэфир не скажешь? Я волнуюсь о тебе. А ты молчишь. Тоже, наверное, скучаешь, полковник, на этой войне. Понимаю. Сейчас я тебя повеселю немного. Похохочешь хоть от души. Я тебе говорю, я никого не убиваю. Я врач, доктор, я хирург. Я в своей больнице, я удаляю опухоль. Имя которой вы, русские, я всего-навсего... Делаю операцию. Я врач. Ну что, полковник, готовь улыбку. Володя, давай бойца сюда. Ой. Слушай, как тебя зовут? А? Ящик. Брось ты ящиков. Зовут как? Слава. Слава. Скажи громко. Слава. Слава. Слава жить хочет. А? Сильно?
Очень сильно хочу жить. Скажи четко! Очень сильно хочу... Очень хочу жить! Представься, как полагается. Это твой фельдмаршал. 131-я мотострелковая бригада. Слышал, полковник, а? Как солидно звучит. Давай, Володя. Полковник, show must go on. Говорит по-чеченски. Вода или водка? Сейчас узнаем. Я думаю, вода. Вода из солдатской фляжки. Как романтично. Тебе совет, полковник. Совет врача. Бери своих покойников из дворов. Мне не удержать афганцев. Сам понимаешь, ты сам все понимаешь. А дворы я сейчас займу. Изрежут всех. Самому противно. Говнюк. Ты козел, чтоб ты сдох. Барышня прятисельная! Потери, командир, списываешь. О чем мне списывать? Моя могила вырота. Здесь вырота, и выпрыгнуть мне с нее невозможно. Их, коробочка ты, коробочка! Храни, ребят, говорю, чтоб на грязи следа не осталось. Ты пойми, через час чечены займут больницу. И начнут ребятам, что сейчас перед тобой лежат, яйца и головы резать и нашим швырять, козел ты! Думаешь, получится? Это же танк, Богдаш. Два раза проедем, и следа не останется. Thank you.
Товарищей! Товарищей Горонина! Салют! Салют последней чести нам! Как полагается нам! Сидишь сейчас, наверное, за бошку хватаешься. Что делать, что делать? Я не знаю. Полковник, мне жалко тебя. Ты, наверное, такой маленький. Маленький такой шустрый. Штаны наложил, бегаешь, командуешь. Это туда, это сюда. Все равно ни хрена не получается. Да? Сколько же вас наплодили-то, а, бездарей? Совковый полковник. Какая же ты падла, Тукус. Меня от тебя тошнит. Все, конец связи, свинья. Сейчас взяли. Полковник. Полковник. Ну что, малая земля. Полтава, Сталинград. Подобосрались маленько, а? Че воюем так плохо? Не подготовили. Собрали, что можно, блядь. И кинули сюда пацанов. То, что вас, гадов, давить надо, так это правильно. Ну давить по уму, блядь, обученным войском. Солдат-то вообще ничего не знает. Его никто не учил. Мы, блядь, снег укладываем кубиками, подушечками. Чтобы начальство посмотрело. Они готовы здесь все лечь. Они ложатся. Но они же не обученные! Они же не обученные! Учить надо! Армия, блядь, бордюры красит! Бордюры, говоришь? Армия красит. Нюх!
Нюхай, 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 нюхай! Ты чувствуешь, как воняет, а? Как воняет, ты чувствуешь? Ты сейчас так же вонять будешь, ты сдохнешь, ты же сдохнешь! Ты пойми, ты сдохнешь! Ну чё встал? Вот туда! Вот и всё! Тащили это свинью. Тяжелый шайтан. Родник на нем задирается. Тут и тащить плохо. Вот ученые брови лето. Лихо мы не звали. Где вас черти носят? Вы вообще подчиняетесь кому-нибудь или нет? Почему хирургию сдали, сволочи? Почему их снайпера до сих пор живы? Всей войны, за каждым 5-5 войн! Ух, с каким бы удовольствием я бы сейчас всех вас засунул в трибунал! Вы что, ни хера не понимаете? Вы не знаете, что у меня кроме вас четверых? И этого вашего придурковатого Григоращенко здесь ни одного солдата нет. Есть военнослужащих, до хера и больше. Обоссавшегося насмерть перепуганного мяса 18 лет от роду, который в руках автомат-то не держала. Таких-то до хера. Уже не до хера, но... В хирургическом человек 40 легло на мертвецы уже на. Это наш срочник, не боись. Эй, танкист, мародерничаешь на? Зачем тебе кровати-то? Решил бордель открыть? Танк хочу завалить всяким дерьмом. Слушай, командир, на, сейчас Чичи нас сдавит, на. У второго они только раненые. Помощи не будет. Надо ли сваливать нам? Или валить их? Все. Да сваливать! Сваливать надо! Нереально. Сваливать сложно. Мы в корпус собрались. Чеченам. Да вы что, хлопцы? С ума зыхали? Они психи. Слушай, командир. Бери нас на броню и шуруй к их корпусу. Мы войдем в чеченский корпус. Я буду корректировать твой огонь. Да поймите, нас сожгут. Сожгут, если мы близко подъедем к ним. Да скажи им, командир. Ну, ты решай, командир, на. Ты решай. Или бери нас на броню к корпусу. А сами валите к Бенина маме. Обижает. Поехали бомбить.
снайпер? Откуда ты, ублюдок, тут взялся, на? Вот, сука! Дезертир! Больщик! Да черт с ним, дурачок! Вы меня забыли! Да я его знаю, это наш дурачок! Yeah.
Борис, ты понимаешь, что мне нужно две секунды, чтобы твой говёный танк дребезги разнести? Я не об этом сейчас. Я тебе пришел рассказать, лейтенант, чем мы отличаемся с тобой. Ты пришел ко мне домой. Это мой дом. Я здесь дерусь. За это небо, за эту землю, за камешек, за каждую травинку. А ты за что дерешься здесь, лейтенант? За то, чтобы 5 месяцев зарплату не получать? Ну да, скажи да. Перед тобой не буду кривляться. У нас в армии Ичкерии с танкистами сложности. С хорошими танкистами. Соображаешь? 5 минут надо. У меня нет 5 минут, и у тебя их нет. Чего тут думать? Подумать надо. Ты подумай. Хорошенько подумай. Ты хорошенько подумай. Ты, может быть, думаешь, что ты кому-нибудь нужен. Ты думаешь, ты этому нужен? Россияне, понимаешь? Нет, ты вспомни афганцев. Где они? Что с ними? Они же сейчас никому не нужны. Ты же будешь асфальт царапать культями в переходах. Ты подумай, лейтенант, подумай. Чуть не забыл, зачем зашел. Мои орлы тут воины Аллаха. Вашего вестового грохнули. Вот это все, что ваши приготовили для войны. Читаем. Министерство обороны Российской Федерации. Секретно командирам частей и соединений город Грозный. О! Вот это все, что ваши приготовили для войны. Министерство обороны. Груз 200. Тираж 3000 экземпляров. 3000. В 3000, лейтенант, грузовиков с трубами. Минут у нас пошли. Это Rolex. $5000. Ты видел когда-нибудь 5000, лейтенант, пол чемодана? Давай считать, что это задаток. Почитай на досуге. Thank you.
арестована! Ребята, я подбит. Траки выбиты. Чеченец дал мне 5 минут. После чего я... либо труп, либо... вместе с танком иду служить Дедаевым. Вы провалились в корпус? Да прорвались! Где их приметные гнезда? Второй и третий этажи! Ребята, выходите из здания. У меня ствол уперт в фасад. Вокруг танка в упор 10 чехов с мухами. Уходите. Вы очень классные ребята. Уходите. Грачно! Не бойся! Гнезда на втором и третьем этажах. Это все их силы. Богпомощно! Как тебя звали, Тана? Игорь Григоращенко. Пока радио позывной Кобра. Что не успею, доделай. Больше 2 залпов мне не дадут. Жаль, Тана. Очень быстро! Очень быстро! Давай с Костей херачьте всем в тот коридор! Костяна, где твой снайпер? Вы наверх на, мы в тот конец корпуса. Костя, на все 3 минуты. Груза прикроем. Встретимся у их флага. Почта работает? Почта разбомбили. А вы, девчонка, не из Прибалтики? Из Прибалтики. Биатлон? Биатлон. Биатлон. Норю почувствовал. Говорит по-литовски. Матери Каунас, хочу денег послать. Я вот уже 10-й день на этой войне ни разу не посылала. Давай сюда, весь этаж видно. Оптикой шарь, оптикой. Тут где-то их снайпера зуб даю. Чего видишь, снайпер? Ни черта не вижу. Вижу, вижу, блин, бабы. Блять. Ей-го, баксы. Ну, если баксы фальшивые. Ты, кстати, чего, с неграми трахаться собралась? Это ты, по-моему, собралась. Они.
с СВДшками. Ух, снайперши, сучки-то. Не ждите, рейфа. Спаливать надо отсюда. Бей обеих. Куда их бить? А они куда ребятам били? По яйцам. Туда же и бей. Прямо туда? Туда? Бей! Кудел. Зачем? Все так хорошо. Пока. Русских там задолбали. Им не очухаться. Помощь к ним не придет. Сама слышала. А пятачку еще надолбаем. Как раз на шубу хватит. А ты матери квартиру в Вильнюсе купишь, наконец. А я тут в палевой норке в гости завалюсь. На новоселье. Сейчас. Бью туда. Туда. Попал? Попал. Первый раз в жизни стрелял. Чтобы не имели возможности родить таких же суп, как они сами. Разрывными патронами. Заработали, пиздец, суки. Дорезать надо, на. Медицина такая дрянь, на. Еще вылечит нас, сочонок, на. Артерию режь. Как им лапки разворотило. Трахнуть можно напрямо в дырку, на. Артерию, говорю, режь. Я в желудок, чтоб говном захлебнулось. Меня на такую не встанет. Тоже можно. Карманы. Уже смотрю, да. Баксы, блядь. Давай. Половину. Пересчитаем, раскинем на всех. Кости, Гюльзе. Снайперу. Отдохнет снайпер. Валим. Чечены идут. Валим. Ага. Говорит по-английски. Только договорились потрахаться. Почему, детка? Смотри, девушка, почему ты умерла? Нет, нет, детка, почему? Дерьмо. Факайся на! Ты чё, бля, их язык знаешь? Да у меня она в английском школе пятерка была, на. Не свисти. Вы как жахнут по нам? По окнам второго этажа огонь. Смотри. Thank you.
Прием 2, я Кобра, как слышишь меня? Прием. Если сейчас давануть на их, можно всех завалить на. Снайперов их мы завалили. А танкист это же разбил нам. Атакуй, Сугроб. Или ты корпуса сдать надумал на? Да я, блядь, за эти корпуса зубами держусь. Я, блядь, не родился человек, которому бы я эти корпуса отдал. Ты понял, пижон? Я, блядь, сам костьми лягу. Не надо костьми, полковник, на. У тебя кости слишком большие, на, и толстые, на. Мне лениво потом через твои кости прыгать, на. Давай, атакуй. Их мало, а мы изнутри поподражим их, на. Разведка сообщила о больших потерях чеченцев. Слушай мою команду. Готовьте личный состав. Будем брать обратно хирургию и все, что за ней. Илюша размолочился, на. Как бы нас тут не схоронил с чеченами, на. Гурзаму, ты откуда лезешь? Сваливаем, на. Там это же складывается, на. Херачит, на, как сумасшедшина. Жечь это говно! Жечь! Ну все, сука! Жечь, блядь! Ты дурак! Говно! Почему? Почему они такое непредсказуемое говно? Погон бух! Агон, эхи на! Эту хушаил чакла на доме баста! Эро, агон! Beep, beep, beep.
Слушай меня внимательно. Твоя вонючая восьмидесятка, которая мне много крови попила, она сейчас подо мной. Вот. Смотри, я на ней. Ответь, не врать, укус. Не ври мне, котенок. А твоего паршивого танкиста я тебе сейчас покажу. Как же покажешь? Врешь ты вся, обезьяна. Where's the cross? Get him on the cross. Over here, boys. Excellent. Прошу всех, кто может хотя бы шевелиться, разобрать оружие и поддержать атаку. Нас очень мало. Нас практически нет. Им только вы остались. Чертовы вы мои, чертовы! Встаем! 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 Бери его!
полковник. Это же шахтарский был. Вот это. Твой танкист. Ты же узнаешь его, полковник. Иди сюда, иди сюда. Ты где? Укусы Срапилов. А, слышишь, я не знаю где. Где-то на втором этаже. Иди сюда, полковник. Ты видишь, твой танкист скучает по тебе. Ну иди сюда. Иди сюда, полковник. Иди сюда. Тащит кого-то. Здешнее начальство, на. Инструментарий на приготовим, она не уйдет, на. Пусть подальше отойдет, на. И сейчас перейдем к процедурам, на. К общему прогреванию организма, на.
начинаем лечение наше. Шила, чоготила ваша, доход. Мои забери! Мичухах, Сазара кюбовал, Ахмара салцец, Мухаммад царц. Попал, блядь! Больной вылечен, требует звания доктора. Все. Наши в корпус. Фу. Как там кисло? Григорюшенька, Игорюш. Распяли. Молодец там кисло. Смелый парень. Я думал, сдрейфит. Из казаков. Царствие ему небесное. На. Живой танкист. Ты живой? Мы их раздолбали. Ранены. Изодранные раздолбали. Мы их раздолбали! Ты меня слышишь? Не слышит он, на. Ничего не слышит, на. Не реви. Ну, чё ты ревёшь? Дерётся, конечно, классно. Чё, пулю словил? Словил. Чё, в тебя здоровье дофига выберешься. Головорезовый хуже чеченцев, а сердце на вас радуется. Сил нет. Опускайте.
потерь не пускайте. Это он выиграл бой этот. Пидоры в штабах имя его не запомнят. Не узнают даже, суки. А вы запомните. Живы будете, детей своих его именем назовите. Кто-нибудь знает, как его звали? Игорем. А что с ним сделали? И руку, и культю сволочи скобами прибили. Но снимайте, брат, снимайте, понесем. Куда? Куда нести? Несите, несите.